Ну привет, мои 30 лет. Папа, какой? Да. С днём рождения! Папа! Сторис, как я побежала! Вовремя я побежала. Хотела сторис. Я вас всех приглашаю в новый день, в новый влог. Мне 30-ка. Отметим вместе. А сейчас мы уже все собрались, берем чемоданы, выходим из квартиры, идем, забираем арендованную машину и выдвигаемся с вами в Каппадокию. Погнали. Самое интересное, я думал, что именно так начну я выпуск в свои 30 лет. Я думал, что мы арендуем машину, я думал, что мы отправимся, пожалуй, в самое красивое место в Турции. Это была такая наша мечта, и она остается нашей мечтой и нашей целью. К сожалению, на мой день рождения не получилось этого сделать, так как арендовать автомобили в Алании, вообще на Анталийском берегу, чтобы отправиться в Каппадокию, 98% невозможно. Я нашел один вариант, но по цене он был просто какой-то невозможный, нереальный. Поэтому мы отложили эту тему. Что не так с арендой машин здесь зимой, я расскажу вам в другом выпуске, поэтому подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы его не пропустить, потому что информации в интернете очень много, как это делать летом, в принципе, все достаточно просто, но как сделать это зимой и отправиться в Каппадокию, информации, к сожалению, нету. Я очень много времени потратил, чтобы осуществить эту цель, эту мечту и отправиться. Но, к сожалению, ну вот так. И сегодня, видите, еще и погода. Дождик. Думал, хотя бы схожу на море. Но у нас поливает, и море вот здесь, вот вообще оно. Его вообще совершенно не видно. Мы вчера даже зашли в магазин. Я купил вот такие шарики. 30 лет. И хочется, конечно, сделать фотографию, но не факт, что получится, потому что льет этот дождь. И так прикольно получается, вот мы на самом деле почти никогда ничего не планируем, и вот как только запланируешь, то всегда происходит все по-другому. Пожалуй, поэтому и не планируем. Сейчас нам нужно резко придумать что-то другое, куда отправиться, учитывая, что идет дождь, учитывая, что на улице сегодня прям очень прохладно. Ну и идея с фотографиями, хотя бы нужно ее реализовать. Ну, попозже все узнаем вместе с вами. Погода, конечно, засранка. Были такие планы колоссальные на сегодняшний день, но погода в Алании сказала: нет, славян, все будет по-другому. Море вообще не видно. Дождь, еще раз дождь. Гора тоже спряталась вообще в каком-то очень плотном тумане. И вот так сегодня будет целый день. От этого, конечно, грустновато немножко. Вон, видите, дождь просто сегодня заряжает на целый день. Это день рождения вообще вот такое вот. Онлайн по этим, по телефонам. Ну, запивай. Мира, запивай. В этот день с иголочки я одет. Мне 30, а Мирочке годик. В один день родилась. 30 лет разница. Да. 29 лет разница. Вот так вот. Родная племянница. Ну сыграй дядю ты. Давай. Сыграй дядю. Играй. Фальшивит. Давай. Поехали. Как здорово, что у нас есть видеосвязь. Ну, это же шикарно. В один день друг друга поздравляем через камеру. И там камера снимает. Видеокамера.
камера, да? Вот такие теперь день рождения. Осталось конференцию, да, за столом сделать. Все, сегодня в 9 вечера собираемся в конференции. Да. А мы в прямом эфире. Кто не посмотрел прямой эфир, ссылочка в описании. Залетайте, посмотрите. Представляете, мы такие все быстренько одеваемся. Даже солнышко выглянуло, можно видеть по просветам. А тут вот поднимаешь голову, и идет просто, не знаю, фиолетовая туча. И она идет на нас. И походу мы сейчас снова не успеем добежать до моря. Вон оно море. И сделать фотку. Хоть мы и не поехали в Каппадокию, но мы одеты по каппадокийски. Наверное, так будет правильно сказать. И действительно, мы всю вот эту теплую одежду, вот эту вот всю, везли специально для того, чтобы отправиться в Каппадокию. Там зима, и это одежда, кстати. Но почему мы сейчас одеты так? Потому что у нас сегодня самый холодный день за вот всю протяженность, сколько мы здесь живем. У нас льет дождь. Помимо дождя, все это еще усиливается ветром, таким причем нормальным. И по-настоящему холодно. Где-то градусов 10-11 сегодня. Мы вышли, думали, сейчас дойдем до пляжа, сделаем фоточку, но нет, увы, вот только вышли, мы рано спать уложили, и у нас снова полил дождь. Я не знаю, как его поставить на паузу хоть на чуть-чуть. Самое интересное, у нас во вторник солнечные дни, и начинается вот прям все, солнце, гораздо теплее, градусов 16-17 уже будет. Я уже Насте говорю, давай перенесем просто день рождения, как в детстве, переносили на выходные, чтобы всю родню собрать. А потом я понимаю, что нет, дата есть дата. Но все-таки мы двинулись к морю, идем. Дорога мокрая, вообще, конечно, ветер, все это в лицо, одежда уже вся мокрая. Вот так вот, видите, упало даже дерево от ветра. И самое, что интересно, Настя говорит, может быть, зонтики купим, ага. А ветер такой, что его просто выгибать будет в другую сторону. Поэтому идем. Идем так, ну, по крайней мере, это, да, шапка, как бы капюшон, мой любимый бронежилет, все это дело спасает, дети в куртке, все хорошо. Ну, что не сделаешь ради красивой фотографии, так сказать, на память. Вы не поверите, но мы поймали просвет, просвет есть, нужно сейчас надуть шары, море штормит, потрясающе, вроде нам почти повезло. Самое главное, сейчас говорю, надуть шары, запустить дрон, сделать фотографию, как я хочу. Может быть, какие-то пролетики-полетики. Вот. И все, и нужно будет садить. Не дай бог дождь, и все, я лишусь просто дрона. Это мой, что? Мы решили гелием не надувать, а надуть просто воздухом. Гелием, правда, без насоса это сложно. У нас получилось это сделать. Вот она циферка. У-у-у. Мирончик нам тоже пока дает возможность. Погода дает нам возможность. Мне кажется, у меня уже опухли губы, пока я качал. Сейчас запускаем дрон, делаем фотографию и классные снимки. Как вам пару пролетов? К сожалению, больше не смог ничего сделать, хотя идеи было, потому что опять льет дождь, и я даже дрон уже приземлял, когда... Закрой дверь, да, Родион. Зачем? Ты что делаешь-то? Когда ты уже делаешь? Шел дождь, и дрон у меня намок. Родик. Да. Погода, с погодой в этом году мне очень сильно, конечно, повезло. Посмотрите, как он разошелся, ливень. Волны еще больше поднялись. Просто вот так вот льет, мы стоим вот под таким козырьком. К сожалению, этот кафе не работает. Мы так надеялись, что сейчас забежим, чай попьем. Я еще ни разу так не отмечал день рождения. Вот так вот, с детьми, все стоим. Ну хотя бы не мокнем. Еще прикол. Мы снова поймали просвет и бежим домой. Дождик сейчас вот кое-как моросит, бежим домой, надо срочно сушить ботинки, мы насквозь, купим сейчас молоко, чай и будем отогреваться
Да уж, конечно, это, блин, все прикольно, но мы все промокли. Ну, ни разу, у меня такого вот прям дня рождения ни разу не было, вот оно такое первое. Так что поддерживайте выпуск лайками. Слушайте, учитывая, что у нас есть угроза попасть вообще под сильный ливень, есть небольшой просвет, но тут этот туч такие сильные громыхает, мы поперлись за тортом. За тортом, который в прямом эфире мы и с подписчиками, и со зрителями покушаем, пообщаемся. Но, конечно, выпуск уже идет после прямого эфира, поэтому просто посмотрите прямой эфир в записи. Какие тут красивые турецкие тортики, сладости. Видите, какая красотища. Есть еще вот такие, типа, печенюшки какие-то. Сейчас что-нибудь выберем. Посмотрите, какую красивую коробочку нам упаковали торт. Правда, я вам не покажу пока, что за тортик. Узнаем потом. Ай, красотища та какая. И предложили нам свечечку, тортику. А вот стоит мужчина, да, тоже, да, с России, у него сегодня тоже день рождения. Ему 41 год. Охренеть просто, друзья! Просто мы в такую херню попали. И даже не можем пойти быстрее. Потому что у нас коляска, мокнет торт. Вон зонт у девчонки вырвало. Гроза бахает. Насик и там с Мироном. Просто. О! Слышали, какая жесть? А у меня еще торт в коляске стоит. Все мокнет, ну все жесть вообще. Какой ресторан, у меня просто все хлюпает. Обалдеть. Ребята, это что-то невероятное. Я не знаю. Опа. Наверное, нас кто-то может назвать вообще отмороженными. Ой-ой-ой. Да, вот так вот. Вот такие у нас приключения. Вот такой, друзья, у меня день рождения. Вместе с вами. Жесть. Нам еще идти, наверное, метров 20-30 осталось. Мирончик, как тебе, сынок? Плачет, да? Так, Мирончик, пошлите. Мирончик не понял дождя. Так, я надеюсь, стабилизация сейчас справляется. О, смотрите-ка. И дождь резко прям прекратился. Вот так вот. Но уже нет смысла. Дождь, не дождь. Мы все мокрые насквозь. Все, мы дошли. Слушайте, я ржу не могу. Такой дискомфорт мне доставил то шары. Я просто подхожу к дому и лопаю два шара об эти кусты. Ну как такое вообще возможно? Всю кофту уделал в этой стружке непонятной. Жесть. Мы просто, посмотрите, как мы выглядим. Просто ханыги. Ханыги вообще, ноги насквозь. В общем, я не знаю. Ну просто жесть. В общем, с днем рождения, как говорится. Хэппи пёздный. В России настолько удобно жить, когда у тебя есть такие маркетплейсы, как там, ну, к примеру, Wildberries, Ozon, и сегодня заказал, да, завтра тебе уже привезли, ну, либо послезавтра. Мы когда вот в Турции начали жить, я думаю, блин, здесь такого нету. А сейчас, когда начали уже прям жить, естественно, ты все узнаешь, что, так сказать, разнюхиваешь. И здесь, оказывается, есть такие маркетплейсы. Один из них называется Trendy All, как-то так. Сейчас покажу. И я на нем сделал доставку, завтра обещают привезти, я вам покажу, что я заказал. Вот этот сервис, вот. Здесь на компьютере, естественно, идет русификация. Русифицирует, конечно, криво. Вот моя покупочка. На 170 лир. Вот, ну посмотрим. Еще занимаюсь свой день рождения поиском нам новой квартиры, куда мы будем переезжать в конце декабря. Это сайт, запоминайте, да? Есть и приложение, ну, подобие нашего Авито и Юлы. Но минус следующий, что это турецкий сайт, да, но на компьютере он может все на русский переводить автоматически. Но связываться с хозяинами нужно будет каким-то образом. Пока я, конечно, не придумал, как это сделать. Но здесь есть один такой большой плюс. То, что сдают русскоязычные русскоязычным, это примерно в два раза дороже. Плюс-минус. То, что сдают турки, допустим, русскоязычным, это, естественно, в два раза дешевле. Но чтобы понимали, что, в принципе, здесь квартиру, допустим, 1+1, можно найти за 3000 лир.
Русские здесь, русскоязычные, вам зададут примерно за 6. Огромнейший минус Турции — это то, что здесь нету никаких сушилок, чтобы нормально просушить, ну типа полотенцесушителей. Хорошо, что в этой квартире есть вот такой обогреватель, но нету вешалок. Я вон даже взял часть швабры, чтобы поставить всю одежду сушиться. Просто трындец, мы насквозь все промокли. Вот так вот уже даже стемнело, все, темнота. Ну плюс еще тучи, да, своего контраста, так сказать, добавляют. И мы только вышли из дома, потому что только подсушились сейчас. И двигаемся на минуточку в какое-то кафе. Куда идем, не знаю. Ну, выбрали, думаем, что о, как сверкает. Надо дойти до ближайшего. Вот, сейчас все посмотрим. Мы решили далеко не идти. Здесь вот прям возле морюшка, где детские площадки. Я их уже показывал в выпусках. Есть вот такой вот Ай Лимон. Вот, Настенька давно сюда хотела сходить, сюда и заходим. И стали мы сидеть в этом кафе, и причем выходим, прикиньте, официант прям за нами бежит, мол, типа, спрашивает, а что вы, типа, куда? Я думал, мы что-то не заплатили, а в итоге, да, типа, меню платное, въехать не могу. А в итоге получается, что он просто уточнил, типа, посмотрели меню, ничего не устроил, и почему вы уходите? Ну, я ему объяснил, что мы хотим рыбу поесть, вот, шашлык, а тут такого нету. Здесь такое больше оно, ну, типа, быстро прибежал, чай, кофе попил, фастфудное. Вот, а мы как бы хотим немножко другое. Мы решили прогуляться до вот этого ресторана с русским так называемым меню. Вот, ну, по крайней мере, в меню много чего есть русского. Здесь так красиво все подсвечивается. Единственный минус этого заведения, что играет живая музыка. Я не против живой музыки, но она здесь не то, что играет, они здесь прям орут в этот микрофон. И, конечно, это жесть сидеть, когда так громко. Ну, сейчас узнаем, будет сегодня или нет. В общем, мы решили сюда. Здесь уже вот так украшено, стоит елочка. Единственное, что сказали, что она петь будет. Но у нас есть немножко времени. Возможно, мы даже и покушаем, да уже уйдем. Не знаю, просто есть детская площадка. Здесь, ну, нормально тут побегать, попрыгать. Вот. Не знаю. Слава богу, пока нет музыки, это так хорошо. Мирончик у нас уснул, а Настенька себе выбрала такое место. На самом деле, оно, наверное, для меня прям каким-то деревцем. Вот она, Настенька. Есть, хочу есть. Думали, наши потянутся, в итоге нет. Будем сидеть одни, отмечать одни, а потом уже пойдем в прямой эфир к подписчикам на Ютубе. Так, нам принесли чай. А еще я решил выпить бокал вина. Yes, yes, yes. Вот такое беленькое, правда, не знаю, как называется. Я особо ничего не понимаю, но надеюсь, вкусное. Я, конечно, не любитель выпивать, и вкус вина, если честно, вообще не понимаю. Красное вообще не очень люблю, белое, ну так себе. Вообще, конечно, так себе. Не знаю прикола в этой штуке, вообще не понимаю. Так, смотрите, нам принесли соуса, и здесь вот приносят, когда вы заказываете еду, приносят вот такую вот большую лепешку. Ну, зависит от компании. Вот мы тогда сидели в большой компании, принесли такие две лепехи. Это как бы бесплатно входит, ну, в стоимость, как подача, да, типа? Я, как самый заядлый алкоголик, пью вино, ну так, губы мочу, и запиваю чаем. И вон там мужик сидит такой, короче, ржет надо мной, что я попил вино, поставил, отставил и запил чаем. Нам принесли такой подносище, как тут все поместится. Вот видите, даже на другой стол уже убирают. На таком большом подносе. Пиде, бэби. Да, поставили, ребята. Да. Смотрите, это детям, значит, пиде, пицца. Чикан. Тоже, да? Как-нибудь разберемся. Так, ага. Вот так вот. Оп, шашлык, салат, потом еще детворе, картошку фри. Правда, мы сейчас, наверное, здесь такой микс уетнем, просто пацанам все раскидаем и все. И еще какая-то нарезка. А, да, это, короче, нарезка к мясу тоже как бы, ну, подается бесплатно. Так, мы, видите, сразу детям все разложили. А тут еще Настеньке вот такую порцию форели принесли. Настенька, ты сегодня отсюда укатишься. И еще... О, боже мой, зачем мы так много заказали? Можно я это?
Вы только посмотрите. И еще вот такие креветки на гриле, и все с салатами. И самое, что получается интересное, зачем мы заказали этот салат? Он не нужен, получается? Да, мы просто пили. Да, кайф. Ну все, приятного нам аппетита. Мы все доели, у нас даже тряпки эти унесли со стола. Но остался только один недопитый бокал. Не знаю, что с ним делать. Мы на самом деле очень вовремя посидели, потому что там уже уходить, мы попросили счет. И пришла вот девушка, которая сейчас будет снова кричать живую музыку. Так что мы валим. Поели мы на 470 лир. Мы посчитали, что у нас было 7 позиций. Сейчас домой придем, сверимся. Вообще в чеке было почему-то 8. И мне кажется, мы заказали еще шашлык обычный. И нам его просто не принесли, потому что когда мы ели, Настя говорит, а где шашлыки? Я говорю, так мы не заказывали, говорит, заказывали. Вот, ну в итоге Мирончик уже капризничает, хочет спать, мы не стали разбираться. Бежим домой на прямой эфир, я напоминаю, что я ссылочку оставляю в описании под этим видео. Зайдите и посмотрите, если вы не были с нами на трансляции. Все, друзья, мы с вами прощаемся, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!